Оперативный штаб региона сообщает, что заболевшие областного центра – это семейная пара, которая вернулась из Австрии 15 марта. Они добропорядочно находились на самоизоляции, у них сразу были взяты анализы на коронавирус. Спустя некоторое время у супругов появились симптомы ОРВИ и пришло первое подтверждение о положительном результате. Тюменцы были госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу. Повторные анализы также подтвердили положительный результат. Супруги получают необходимое лечение, у женщины на сегодня наблюдается повышенная температура, мужчина чувствует себя удовлетворительно.